Районный праздник «Пусть сгинут войны, пусть звенит весна», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, объединил вместе небывалое количество горожан не только из Южного городка. Этот небольшой уютный сквер, расположенный на улице Жукова, не просто красивая зеленая зона в городе. Это значимое памятное место, которое напрямую связано с историей Великой Отечественной войны. Мы помним, мы все знаем, что в этом микрорайоне раньше здесь дислоцировались воинские части, жило больше такое воинское население, семьи военных. Вот поэтому вот очень символично, что вот праздник района, он накануне Дня Победы. Вот. Ну, а то, что он такой прекрасный и с каждым годом становится все красивше и красивше, это все потому, что мы имеем возможность сейчас под мирным небом строить и созидать. И это очень прекрасно. А мы только вместе можем что-то сделать, потому что только совместными усилиями можно достичь какого-то результата. Торжественная часть мероприятия началась с возложения цветов к обелиску воинам Советской Армии, в котором приняли участие руководство администрации Московского района города, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, ветераны, молодежь и, конечно же, просто неравнодушные жители областного центра. Традиционно мы отмечаем этот праздник, праздник микрорайона Южный. И в рамках этого праздника мы чтим память погибшим воинам в преддверии Великой Победы, которая была 72 года назад. Поэтому это символично. Отдаем дань памяти нашим павшим товарищам, которые погибли, наши отцы и деды в Великой Отечественной войне. По традиции, с брестским размахом. Праздник микрорайона южане отметили достойно. Насыщенная культурно-развлекательная программа смогла удовлетворить предпочтения абсолютно каждого, кто пришел на торжество. Выставка военной техники, масса игр и конкурсов как для взрослых, так и для самых юных жителей города, концертные выступления, весенние песни, изобилие кулинарных изысков, тематические зоны отдыха. Здесь каждый нашел отдых по душе. Все прекрасно, торжественно. Мы очень довольны. Спасибо, что организовывают у нас в Южном такое мероприятие для детей. Это просто великолепный праздник. Хотелось бы почаще. Довольно, очень прикольный. А что именно вот нравится? Ну, аттракционы. Все веселятся, молодцы, народ собрались. Все-таки сегодня их не праздник, потому что они сами с Южного. Замечательный праздник, спасибо, что организовали. Дети очень красиво поют. И дочка рада, вот сейчас катается на горке. Довольны, вот сынулик выступал на этом празднике, пел, да, для наших ветеранов. Очень весело. Прекрасно, организация отменная. Все довольны, отлично. Чаще в такие праздники. Торжественно, ярко, насыщенно, колоритно, незабываемо. Вот полная характеристика того, как отметили брещане праздник микрорайона Южный и 72-ю годовщину освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. 9 мая, весна. Виктория Сащенко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».